Так, вот здесь тоже летние цветущие обрезаю, делаю обрезку. И там дальше ниже есть. Вон там. Вот они. Вот эти дерины там дальше тоже подрежу, вот эти тоже все подрежу сейчас, а вот эти тоже оставлю, потому что это весенняя цветущая спирея, если я сейчас обрежу, она не будет у вас цвести. Вот поэтому вот здесь я их оставлю, и потом уже после цветения можно будет обрезать то, что некрасивое будет. Остальное все сейчас сделаю обрезку. Здесь тоже спиреи. Плохо видно, они, видимо, маленькими совсем кустиками посажены. Вот они. И дальше они тут повдоль. Такой вот у них зигзаг посажен. Сейчас вот я их тоже обрежу.